Здравствуйте, мои дорогие. Не удалось мне загрузить аудиокнигу, файл неподходящий, формат не mp3, какая-то ошибка, но это все фигня. Главное, что сегодня 25 сентября, я иду, слушаю музыку, прекрасную музыку, которую уже прослушал несколько раз. Что я делаю, когда музыку уже прослушал? А она все равно интересная, но не хочется слушать одно и то же. Никто не догадается, конечно. Есть в плеере, не знаю, как у других, но у Jet Audio точно есть. Есть функция ускорения, замедления. Так вот, замедление это не мое. Я все время делаю все быстро, люблю двигаться в ритм, в темп. Так вот, короче, я беру, ускоряю, не намного. Сначала ускоряю до 110, потом до 120. И так можно прослушать весь альбом еще несколько раз. Задача моя простая. Быть как ветер, греть как солнце. За один день столько листьев понападало, как быстро приходит осень. Я прикидываю сюда и пройтись где-нибудь, например, в октябре. Здесь, наверное, будет все усыпано листвой, потому что здесь такая насыщенная флора, фауна. Такие высокие деревья. Выше, чем пятиэтажные, шестиэтажные. Да что там говорить, походу, как все 10. Вот картина, например, передо мной вообще. Картина маслом, блин. Дерево. Красивое дерево. И вся прекрасота. Что же мы в этой жизни можем получить? Только то, что дадим себе увидеть. Кто не понимает эту жизнь так, ее понимаю я. Блин, вот как мошки, блин. Что они? Если не укусят, значит, они не мошки, а просто какие-то мотыльки. Понимаете, хотел поговорить немного о этой жизни. Жизнь, она такая, что ты видишь, тем она является. Вот моя жизнь ветер, моя жизнь природа, моя жизнь солнце. Я это вижу, я этим и являюсь. А есть люди, которых мне искренне жалко, потому что они видят, например, только четыре стены рабочего места 12, а то и 14 часов подряд. Я сейчас вот хотел бы даже именно сказать про кассиров. Они касса, свободные 5 минут, пошли перекурили, где-то кого-то обсудили, обосрали, позлорадствовали, обосрали, покурили, зарадствовали, нажрались до отвала, касса, домой спать. Встают с утра, обратно идут, обратно перекусили, обратно
касса-касса, покурили, обосрали, кого-нибудь еще обосрали, еще обосрали, счастье, полные штаны, пожрали, касса-касса-касса-касса, спать. И взять человека другого. Я возьму себя. Встал. Обед. Солнце побудило. Да, я, конечно, хочу работу, но просто вот как вот у меня сейчас слаживается, именно пока нету работы, вот я вот объясняю, что встал, уже обед. То есть утра нет даже. Солнце пробудило, то есть солнце залепило в окно, такой встаешь в лучах, тебе снится сон, там ты король, там царь всего мира. Ты встаешь такой, действительно царь, солнце в окно, все прекрасно, жизнь прекрасна. Пошел покушал, короче. Уже час дня. Пошел пешком, прошелся до речки, 2 часа дня. Позагорал, ролики поснимал, 6 часов дня. Дошел до дома, 7 часов. Пошел, умылся, покушал. 8 часов уже темно. Но я говорю именно про зимнее время, про тот период, который сейчас является. Где-то прочитал какие-то сообщения людей, поздравления. Написал в ответ, типа, спасибо, благодарствую, очень приятно. 9 часов. Посмотрел кино. 11 часов. Пошел, помылся. 12 часов. Посмотрел еще одно кино. 3 часа утра. Выключил кино. И обрубился. Просыпаешься уже. 11 часов. Солнце светит в глаз. И вот такая вот love story повторяется уже 4-й день подряд. Это офигенно, это офигенно. Вначале у меня было такое чувство, что из этого надо выбраться. Из этого надо выбраться. И чем больше я хотел из этого выбраться, тем позже я просыпался. Сначала я просыпался в 9, потом в 10, потом в 11. Один раз проснулся почти уже в 11 с лишним и понял, что отсюда выбираться не надо. Не надо. Но если жизнь так слаживается, не надо отсюда выбираться. Значит, это моя судьба. А что? У каждого своя судьба. Не нужно ее сопротивляться. Примите судьбу такую, как она есть. Да, я по-любому, я хожу потом, забыл сказать в промежутках, вот как до речки дошел, то есть я забыл упомянуть, в одно место зашел, работу спросил, в другое место зашел, работу спросил, карточки подчеркнули, работа не нужна, все. Я найду работу, я знаю, что я изменюсь, я знаю, что я перестану, возможно, снимать эти ролики. От этого только больно становится на душе. Ну что ж. Все в жизни меняется. Поговорим в следующем ролике. Пока-пока.